Long Fashion Weekend на этот раз был посвящен женственности. С одной стороны, тема лежит на поверхности, ведь большинство подобных показов, конкурсов молодых дизайнеров и локальных фестивалей моды, как правило, представляют именно женскую одежду. Но в данном случае зрителям предложили взглянуть на моду шире. Женственность, она каждый сезон она меняется, дополняется какими-то элементами, деталями, поэтому женственность – это, наверное, тире-современность. Для меня женственность – это что-то нежное. Это какие-то розовые цветы, нежные оттенки, пастельно-голубой, нежно-зеленый. Женственность – это какое-то тепло и любовь. У каждого женственность выражается в чем-то своем, то есть в моем понимании это… Это да, это какая-то загадка, это, возможно, немножко дерзость, это, опять же, где-то скромность, то есть это вот какая-то грань, ну, дерзость и скромность. Про женщин здесь было абсолютно все, начиная от дресс-кода, заканчивая фотовыставкой, с трогательными, глубоко личными историями, а также арт-перформансами с участием художников, актеров и музыкантов. Тема женственности я на самом деле готовилась, потому что я считаю, что современная женственность – это сочетание силы и женственности. То есть мужчина рядом с собой хочет видеть, на мой взгляд, сильного партнера. Пиджак – это то, что характеризует силу, и очень легкая такая юбочка, может быть, легкомысленная где-то. Это простота, элегантность и доброта. Мой образ. Сегодня Total Beige. Вот, решила выбрать женственный силуэт. Брюки, прямые, стрелка, жакет и топ. Вот, очень круто смотрится, очень женственно, мне очень нравится. Это сочетание нескольких, это и А, должно быть действительно женственность, мягкость, и Б, это все равно какой-то внутренний стержень о том, что я есть, я красива. И мое мнение, что женщина любая красива. Женственность для меня глубже, чем просто одежда, но через одежду я ее в том числе выразила, потому что я увидела это платье, поняла, что нежная ткань – это как раз об этом. Оно немножечко спало у меня с одного места, и я подумала, что я похожа на богиню, поэтому решила в таком образе предстать здесь. Один из трендов современной действительности в том, что женщина сегодня разная. В любом состоянии, возрасте, в любой комплекции, с любыми интересами и убеждениями она имеет право быть принятой. Тема нашего ЛФВ – это женское начало, и мы показываем то, что каждая женщина любой национальности, она может быть красивой, она может быть модной. В этом сезоне мы представляем коллекцию немножко она похожа на Восток, то есть девушки с Востока, то есть моду мы адаптируем как раз-таки вот в повседневную жизнь и ритм наших девушек. Мы в стиле всего лонг фэшена, то есть у нас женственная летящая воздушная коллекция, дополненная такими сдержанными красками, местами сдержанными образами. Вот. Но у нас есть на каждом показе свои отличительные фишки. На наших моделях вы сегодня сможете увидеть образы в единой концепции. Концепция будет заключаться в головных уборах, вот таких вот, которые мы сделали своими руками. Получается, образы будут у нас в черных, серых и синих оттенках. А образы были также заполнены украшениями. Украшения в основном идут в серебристой гамме. Это серьги и будут также повязки. Мастер-классы и лекции, маркеты и шоурумы. Двухдневная программа фестиваля оказалась очень насыщенной. Но больше всего внимания гостей было приковано к коллекциям. Нам понравилась тема и концепт, он очень отзывается с нашим. Наша коллекция в первую очередь экспериментальная. Наша задача была показать возможности ткани, которую мы создаем своими руками. Это шерсть, шелк и натуральные волокна. Нам хотелось, чтобы она была достаточно яркая, чтобы она была сочная, чтобы она подчеркивала женственность, историю и напоминала о том, что такое женщина, что женщина – это не балахон, что женщина – это приталенные силуэты, что женщина – это цвет, женщина – это подача. Нам хотелось сочетать фактуры, цвета, различные орнаменты, чтобы женщина была как произведение искусства в центре
вот этой одежды. То есть женщина в центре внимания одежды, а не одежда. Коллекцию я отшила специально к этому показу. Коллекция соответствует основному тренду предыдущего сезона. Это образ Барби. Это розовый, фуксия, лиловый, сиреневый, ярко-голубой. Нарочито такой девичьи образы. Рюши, бантики, оборочки, пышные юбки. Наша коллекция – это своеобразное пересмотрение наших страхов будущего и всех тех страхов, которые случатся буквально завтра. И то, что вы даже не особо задумываемся, а на самом деле это будущее уже наступило. И вот, в общем, все про нашу коллекцию. Поэтому мы используем пересмотрение арт-эстетик, типа 3D-моделей, типа виртуальных инфлюенсеров. Это наоборот, все про больше унисекс-эстетику. И мы не сходились от культурной идеи того, что мы должны рассматривать мужчин и женщин отдельно, а у нас это довольно-таки уравнено. Особый интерес в подобных показах вызывают коллекции, которые приехали издалека. Дизайнер Зейли живет и работает в казахском Алматы. Это одежда для таких достаточно скромных женщин. Но у меня в стране, в городе, 50% моей клиентуры – это такие же покрытые, как и я, 50% женщин других конфессий, предпочитающих скромную одежду. Длинные изделия в пол, вот это все такое воздушное, летящее, оно не может быть не женственным. Я думаю, что это то, в чем изначально ходили все наши в то время прабабушки, и изначально одежда была таковой, и поэтому на сегодняшний день она актуальна, и актуальна во многих странах Европы, очень многие именитые бренды создают такую одежду, поэтому, моя одежда, она и есть женственность. Тренд бодипозитив, о котором сегодня не говорит разве что ленивый, также нашел свое отражение в программе Long Fashion Weekend. Бренд из Омска UpDesign открыл показ коллекции больших размеров. Это моя первая коллекция, наверное, это самое важное. Сегодня на ЛФВ состоится, в общем-то, мой дебют как дизайнера. И я очень надеюсь, что очень рассчитываю и хочу, чтобы сегодня гости оценили мой труд, мою любовь к женщине, которую я вложила в эту коллекцию. И назвала ее Black One, как такую основу, как черный квадрат, то есть то, с чего все это начинается. И очень хочу, чтобы сегодняшний праздник подарил хорошее настроение не только женщинам, у которых размер 42-44, но дал понять, что мода, она для всех. И сегодня это еще одно доказательство, еще одна яркая иллюстрация того, что мода – это прекрасная, интересная игра, в которую может играть все, она доступна для всех. О роли современной женщины в этот вечер задумались многие. Некоторые из них поделились своими мыслями вслух. Современная женщина. Во-первых, женщина умная, женщина-мать. В первую очередь, да? А потом надо иметь свой стиль. Не смотреть на все времена, на какие-то веяния. Современная женщина – это женщина, принимающая себя полностью, со всеми своими плюсами и минусами. Мы все не идеальны. И поэтому самое главное… Я не знаю, что такое современная женщина. Для меня женщина в целом – это полное принятие себя, потому что женщина прекрасна во всем, даже в своих каких-то минусах. Поэтому принятие себя – самое главное. Современная женщина, она, наверное… объединяет в себе и женственность, и силу, и доброту, и добродетель, и сочувствие, наверное. И в целом современная женщина стремится к совершенству.